Ребята, всем привет! Даже находясь на карантине, продолжаю заниматься своим правильным питанием. По рекомендации Нади Шарк взяла себе такие часы на пробу Helby фирма GoBe. Вот, смотрите, они так выглядят. Часы полностью показывают усвояемость калорий, сколько я потребляю, сколько из них усваивается, показывают баланс. То есть, сколько я употребила, сколько затратила, показывает, сколько мне требуется сна и сколько я выполнила. На самом деле, буду тестировать вот несколько дней, ношу их уже, и, конечно же, результаты озвучу вам. А сейчас хочу сказать, что очень крутые, и сказать спасибо огромное Нади Шарк за рекомендацию. Намного легче стало следить за своим питанием. Всем привет! Меня зовут Анна Калашникова. Я актриса, певица, телеведущая. Вместе с телеканалом «Добрый мир 24» хочу призвать вас всех оставаться дома. Тем самым мы можем помочь спасти друг друга, спасти жизни чужих людей и помочь нашим врачам. Будьте осторожны, будьте бдительны и, пожалуйста, сидите дома, уберегайте себя и своих близких на время введенного карантина. Ваша Анна Калашникова. Будьте здоровы! Ребята, ношу уже, на самом деле, второй день вот такие часы от Helby компании. Такая коробочка, Helby GoBe 2. Это не реклама, так как я нахожусь сейчас на марафоне правильного питания с Нади Шарк, то она мне порекомендовала, потому что я вроде правильно питаюсь, но очень трудно контролировать свои калории, да, я там не высчитываю, не успеваю этим заниматься. И эти часы, они показывают именно... Я там даже уже скидывала скриншоты. Они показывают именно количество усвоенных калорий. Сколько вы потратили, сколько вы в день поели и сколько из них калорий усвоили. То есть вы видите, если плюс, то значит на утро у вас будет плюс, прибавка в весе. Небольшая, большая, в зависимости от... Если минус, значит вы будете худеть. Очень крутецкие часы, крутецкий способ действительно участвовать в этих марафонах. Не знаю. Ребята, все, я скоро через 2 минуты выхожу в прямой эфир с Инной Тлеяшиновой. Вот если вы слышите, я дослушиваю ее вебинар, сделала себе разбор. Давайте подключайтесь, это будет очень мощный эфир. Он вам просто необходим. Эфир про системные ошибки каждого из нас, которые идут по роду, которые идут с детства и которые не дают нам добиваться тех целей и высот, которые мы хотим. Казалось бы, мы мечтаем, но все идет по кругу. Поэтому подключайтесь, буквально через 2-3 минутки выходите в эфир. Дорогие друзья, радостная новость. К сожалению, мы обе не смогли отказаться от 300 тысяч, поэтому завтра утром стартует самый жесткий батл в истории Инстаграма. Я против Калашникова, и Калашникова против меня. Поэтому следите за нашими сторис. Мы стартанем рано утром, и я думаю, что вы последний раз меня видите с этими волосами, почему-то, мне кажется, с этими ресницами, не знаю еще с чем, ждите. Ребята, спасибо большое. Вот и сегодняшний день пролетел просто невероятно быстро и круто. Драйвово сегодня было целых 3 эфира. Большое спасибо Инне Тлеяшиновой за то, что она после беременности делится с нами своим успехом правильной и красивой и достойной жизни. Смотрите обязательно эфир, который еще висит сутки. И смотрите мои все эфиры, они сохраняются на YouTube-канале. Огромное спасибо моей тоже подруге Мариночке Африкантовой, которая сделала шикарную экскурсию по Сейшелам, рассказала, как же они там живут, как живут все беременяшки проекта «Том 2» и «Спаси свою любовь». И это был очень драйвовый и потрясающий эфир. Конечно же, спасибо всем вам, кто заходили в мой личный прямой эфир, Лёвочке, ребятам, которые которым я дозвонила. Ну а мы на семейном совете, как вы видите, совет в сборе, приняли решение
продлить батл с Машенькой Кахно на 300 тысяч. Машенька, не бойся, мне не страшно. Уже ничего после того, что ты мне задавала. Между прочим, параллельно сейчас обсуждаем задание для тебя. И жди мое задание рано утром в 9 утра. До завтра. Пока-пока.